группу, сыграли очень хорошие, красивые игры против Тюмени, хотя, конечно, мы с ними уже достаточно много в последнее время встречались, но игры были, естественно, тяжелые, потому что соперник был очень серьезный, сильный, но нам удалось победить, пройти в полуфинал, и сейчас, конечно, думаем только о предстоящих матчах с Норильским Никелем, полуфинальные игры, тем более мы играем у них дома. В команде очень много опытных, добротных бразильцев играет, поэтому думаем только об этих играх и надеемся также сыграть отличные матчи и порадовать болельщиков победами там. Assistente Pedro. Yeah.